Слушай, ладно. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы собрались опять здесь, в гостеприимной компании. И хотим передать поздравления с Новым годом всем. Особенно вот этот декабрь был дико такой психованный, нервный. Не все выдержали, не все даже дожили. Такое, ну, было. То есть у кого в какую сторону клинит бошку. И в основном я заметил, что бошку клинит в сторону того, что, допустим, у человека проблемы какие-то. И он даже говорит, а его никто не слышит. Потому что у других тоже мешок таких же проблем. И вот давайте, товарищи, эту проблему решать так, чтобы мы друг друга понимали. Но для этого надо, чтобы каждый хотя бы одному кому-то помог решить проблему его. Тогда, глядишь, что-то и наладится. Вот я хочу, чтобы темой следующего года была вот эта вот. Давайте помогать друг другу решать проблемы. Аминь. Я вас... Там будет мир, там будет мир идти.
мне скажешь, я мечтатель. Но такой я не один. Однажды я уверен, ты станешь рядом. Да будет мир, да будет мир един. Будьте счастливы, помогайте друг другу. Аминь.